очень много людей, которые приходят в граффити, сейчас делают, скажем так, спортивные граффити, и у них отношение к этому как к спорту. Ну вот, это, в принципе, неплохо, потому что люди быстрее понимают технику, как им это выразить технически, как им это выразить, какие места для этого выбрать. Скажем, что есть как бы бомбинг, есть тегинг, более, скажем так, быстрые и незапаренные. В Москве уже есть очень сильные представители направления. Обратите внимание на Алексея. Он перешел к усложнению заливок в шрифте дополнительными формами. Конечный результат именно в шрифтовом граффити по стилистике зависит от них. Граффити воспринял как средство, она дает более, ну, какие-то преимущества, какие-то такие ходы, которые ни одно направление живописи не даст. На бумаге, ну, по-другому выглядит немножко. Итак, Алексей уже практически закончил внутренние заливки, дополнительно проработал зеленые оттенки полосочками, точечками, квадратиками. Следующий этап, который последует за этим, это общий контур, то есть самое главное понятие в граффити outline. После того, как сделана внутренняя часть шрифта, потом переходим к общему контуру, то есть, который будет пробиваться черным цветом.